Круглосуточные библиотеки построят в Астане и Алматы. Сейчас рассматривается вопрос об учреждении Национального дня книги. Об этом сегодня сообщил спикер Сената Мавлен Эшимбаев во время ознакомления с оснащением столичных библиотек. Он отметил значимый вклад таких учреждений в формировании правильной системы ценностей, высокой культуры чтения и развитии сферы образования. А также подчеркнул важность вопроса повышения статуса и имиджа библиотекарей. Напомню, сейчас по всей стране идет акция «100 книг для сельских библиотек».